Всем привет, с вами снова Максович, и мы продолжаем проходить День Зомби. Так, вот это или вот это? Ну давайте вот это. Итак, товарищи, друзья, наше текущее задание — найти карточку для прохода в библиотеку этажом выше. Да, я уж тут все позабыл на самом деле, новогодние праздники, все дела, давно не запускал игру. Уже даже немножко суть потерялась за эти время. Вот, все, кстати, с прошедшими, с Рождеством, с Новым годом и так далее. Такие вот дела, ребята. Значит, мы опять играем за студента. Пробираемся через библиотеку и ищем карточку, собственно. За это время я узнал, что на самом деле мы играем тремя персонажами. Да, вот об этом я узнал не сразу. За студента, за вхоза и за солдата. То есть я думал сначала, что у нас два персонажа, а у нас три, оказывается, на самом деле. Так. Мы, получается, идем обратно. Да. Эрика наверняка спряталась там. Чтобы открыть дверь, мне понадобится карточка. Карточка. Ну, я думаю, сейчас мы разберемся. По ходу дела, так сказать. Да, я немножко подкрутил графику. Добавил сглаживание. У меня, кстати, новая видеокарта. Пришла мне ровно 31 декабря. Прям вот под самый-самый Новый год. Как новогодний подарок. Да, и теперь, благо, на ней могу спокойно выставить все на максимум. И играть с удовольствием. Ну, по крайней мере, в старенькие игры точно. Так. Что-то я такого не припоминаю. Вот этих вот развалин вроде бы не было. Хотя, кто его знает, я же играл уже. Ого-го. Это ж сколько сейчас у нас? Какое число-то, блин? Я играл еще до Нового года. Так. Карточка. Где же ты, карточка? Этажом выше. Ну вот, мы этажом выше. Может быть, где-то здесь. Давайте-ка попробуем обойти. А, так, ну-ка. Ага, во, все. Короче, где-то здесь, ребята, стопудово. Дальше-то особо идти некуда. Или есть куда. Вот она. Возвращайтесь на второй этаж и направляйтесь в книгохранилище. Так, у нас вот с патронами, кстати, очень туговато. Надо посмотреть, есть ли у нас какое-то другое оружие. Бейсбольная бита, коктейль Молотова, револьвер. Блин. Ну ладно, хотя бы бейсбольная бита есть, не на том спасибо. Тоже, как говорится, вещь хорошая. Особенно, когда ничего другого нет. Так, револьверчик. На всякий случай. Тихо. Ну вас нафиг. Не, ты что, обалдел, что ли? Ну-ка тебя нафиг. Пошел я отсюда. Кстати, вот эта клюшка гольфийская. Гольфичья. Опа-на. До свидания. Я ее сегодня потестировал перед тем, как играть. Я же переустановил драйвера. Новая видеокарта. Сбросились настройки звука. В общем, все, короче, там сбросил все по новой, удалил все драйвера. Ну, чтобы, как говорится, старое там не конфликтовало на всякий случай. Чуть не сдохло, блин. Горело или не сдохло. Так вот, я сегодня потестировал эту клюшку в режиме... Давай, бери уже. В режиме сетевой игры. По крайней мере, в сетевом режиме она себя показала очень даже неплохо. Три удара. Давайте-ка, кстати, проверим здесь. В режиме сервера может быть совершенно другое. Так, и чё?
И никого нет. А ну-ка еще раз, возвращайтесь на второй этаж и направляйтесь к книгохранилищу. Это мы, значит, сейчас на первый уже спустились. Ну да, короче, на второй. Ладно, будем считать вот это вот второй этаж у нас. Я надеюсь. Книгохранилище. А, вот же. Все правильно, ищите любые следы Эрики. Блин, ну тебя нафиг. А-а-а, эту скотину надо пристрелить быстренько. Сейчас, а то она тут призовет всех своих гребаных сородичей. Короче, понятно. Так, раз, два. Понятно, это был покоцанный. Ох, ё. Че делать-то, блян? Близко не подойдешь. Будем выманивать. Блин, я забыл, что у нас тут еще, оказывается, отдышка же есть. Раз. Два. Нет, два, три. Ну, короче, три удара, да. Прикольно. Давайте я тогда пока с клюшкой похожу, в принципе. Тоже пойдет. Нифига себе, как все это сверху-то смотрится прикольно. Ну ничего, так неплохо, кто-то основательно карту постарался делать. Так, у тебя, наверное, патроны есть, да? Ага. Блин, после No More Hell как-то непривычно. Садишься за день зомби или там за какую-то другую игру. И тут же отвыкаешь. Снова у нас 6 патронов. Ё-моё, прям так и кажется, что от того гляди провалишься. О! Вот это вообще, кстати. Так вот. Что самое интересное, то что даже на новой видеокарте местами, я смотрю, есть небольшие просадочки FPS. Странно, короче, я не знаю, это походу плохая оптимизация самой игры. Движок, походу, уже сам не тянет. Я так решил сначала на свою, на старую. Но даже и на новой, смотрите-ка, местами иногда наблюдается. Ну хотя, конечно, здесь все сглаживание выставлено по максимуму, но я не думаю, что это настолько отразится. Ну да ладно. Тут на столе записка. Где? Где на столе записка? Вот ты мне скажи. А, вон. О, топорик. Джонни, мы не можем больше тут оставаться. Они заполнили всю библиотеку. Баррикаду уже не выдерживают. Я и остальные выжившие направляемся к аудиториям. Я знаю, ты меня найдешь. Черт! Мне надо срочно добраться до аудиторий. И кто мне подскажет, где эти аудитории находятся? Тому я скажу огромное спасибо. Стопы, стопы, аудитория, аудитория. Ну блин, куда-нибудь опять обратно, наверное, надо, да? Давайте еще раз прочитаем. Отправляйтесь обратно в вестибюль и бегите через главную дверь. То есть обратно, обратно. Так, стопы, а мы откуда пришли-то? Мы пришли откуда-то отсюда. Ничего не понял. Что за хрень? Так, 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 так. А, вот мы откуда-то отсюда пришли, да? Точно. Блин. О, слава богу, бля. Вовремя я. Прям вовремя.
и не дохнуть нифига. Блин, вы меня зажимаете, ребята. Ну ты хотя бы сдох, спасибо тебе на этом, блин. Помог. Помог мне, так сказать, пройти. Обратный вестибюль. То есть, короче, мы сюда, в принципе, перлись только для того, чтобы прочитать какую-то записку. И переться обратно. Блин, красота. О, я понял. Тебя хрен обойдешь. Все, я ухожу. Смысла связываться не вижу с ними. Да ёшки-матрёшки, началось. Ну ладно, у нас хотя бы есть вот это. Хе-хе-хе, обманули. Блин, их на самом деле несложно обманывать. Можно здорово экономить кучу времени. По сути, пробежаться. Так, вот у нас вестибюль, насколько я понимаю, да? И бегите через главную дверь. Ну вот она, главная дверь. Все правильно. Сейчас 3:00. И я добрался до зоны 5. Вторая группа провалилась. Живых не осталось никого. Да что ж за херня тут творится? Здесь больше инфицированных, чем мы ожидали. Я направляюсь в зону 6. Вот так вот, отлично, давайте сохраним. Так, у нас всего 8 частей, но давайте в первую будем сохранять. Замечательно, всем удачи, всем пока и до новых выпусков.